Павлодаре водитель погрузчика снегом потушил горящий автомобиль. На парковке по улице Тарайгырова загорелась машина, но тракторист, занимающийся уборкой улицы, не растерялся и благодаря хорошей реакции остановил разгоревшееся пламя, забросав его снегом. 31 января на пульт 101 в 11:33 поступило сообщение о возгорании автомобиля по улице Тарайгырова, 46/1. На месте возгорания автомобиля на парковке поблизости работал тракторист ТО «Горкомхоз». Набрав свой ков снег, произвел тушение подручными средствами. Тем самым предотвратил распространение пожара в салон автомобиля. В ведомстве ДЧС наградили мужчину, который помог потушить пожар, и сообщили, что его зовут Едыге Жумабеков. В 11 часов, собираясь убирать снег, я увидел горящую машину. Взял ковш снега и потушил огонь. В этот момент прибыли пожарные и потушили весь оставшийся огонь.